Мы приехали в город Брюгге. В Брюгге находится Бельгия. Из Бонна можно доехать на 300 километров. Мне кажется, это самый красивый бельгийский городок, в котором мы только были. Сегодня воскресенье, людей не очень много. Хочу предупредить, будьте осторожны с парковкой, потому что штрафы за бесплатную парковку, если вы остановитесь и не заплатите, 30 евро. Штрафы дороже, чем в Германии. Это центральная площадь, символ города, Сити-холл. И, кстати, там сейчас проходит выставка Сальвадора Дали. Давайте посмотрим. Взрослого 10, студента 8. Можно зайти вовнутрь. Тут есть часовая башня. Вот какой вид открывается сверху. Обязательно посетите город Брюгге. Очень красиво. Просто. Мы много где бывали, но этот город просто запомнится, я думаю, надолго. Вот так вот. Можно подняться. Снимай знак, запрещающий. Вот. Естественно, брюссельские домики. Очень красиво. Нуга, 4,50. Такая вот коробочка, 12 евро, 250 грамм. Еще шоколад. Умейте с детства воздушный рис. Порция 2 евро. Инструменты. Если вы бывали во Львове, там тоже такие продаются. Бельгия известна своими кружевами. Цены. Очень красивое кружево. Сейчас покажу вам это здание суда. Здание ратуши. Очень красиво. А мы пришли вот в базилику Holy Blood называется. Эта базилика построена в 11 веке. Сейчас она закрыта, открывается каждые 2 часа. Пока ждем, поснимаю немного еще ратушу. Ну, просто очень красиво. Такая она огромная. Давайте посмотрим, что внутри. Базилика называется Holy Blood. Представляете, построили в 11 веке. Это просто нереально. Стены. Очень красиво.
этаж базилики. Боже, какие тут витражи. Какой красивый вид на город. И сама базилика. Атмосфера просто впечатляет. Покажу вам ближе витражи. А какой купол. Кстати, эту базилику строил для себя епископ, но позже отдал ее в католическую церковь, и ее превратили в государственную базилику за местными конфетками. Это вот соленый трюфель, карамель, соленая карамель. Экстра черный шоколад. Просто обожаю. Сейчас просто шедевр. Покажу вам. Это собор. Называется Нашей Леди. Это внутренний дворик. Вот вход в музей серый. А вот со всех точек города видна башня. Атмосфера просто нереальная. Часами можно рассматривать только внутренний дворик. Здесь вот колодец есть. И река. И сейчас вам покажу нереальной красоты мост. Надеюсь, я не уроню свой телефон в воду. Вот он. Этой ноте вот про Патрия обозначает Родина. На этой вот ноте хочу с вами попрощаться и поблагодарить вас за то, что путешествуете вместе со мной. Пока-пока!